Приветствую сегодня вас всех на своем канале. Приветствую с яблони, так как нахожусь в парке Коломенское, куда приехала сегодня за яблоками. Ну что, яблоками осталось довольна, все сладкие, все сочные. Так что, кто еще не был, могут приезжать сюда спокойно. Рекомендую. Ну, а у меня лично, у меня сегодня на плане снять автобус 162. После того, как приеду уже из прогулки, уже тогда поеду снимать автобус. Ну что, до встречи. Всем пока. Ну что, теперь покатаемся? Поехали! Уважаемые пассажиры! Вас обслуживает коллектив филиала Юнкер, государственного гитарного предприятия «Мосгортранс». Автобус следует по маршруту номер 162 до конечной остановки станция метро Каширская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы, уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам, беременным женщинам и людям старше возраста. В салоне автобуса поддерживайте, пожалуйста, чистоту и порядок. В избежание травм во время движения держитесь за точку. Следующая остановка – кинотеатр «Керчь». Кинотеатр «Керчь». Следующая остановка – «Бедренная фабрика».
Мебельная фабрика. Следующая остановка – поликлиника. Следующая остановка – Ряжская улица. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливы, уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам, беременным женщинам и людям старшего возраста. В салоне автобуса поддерживайте, пожалуйста, чистоту и порядок. В избежание травм во время движения держитесь за поручни. Следующая остановка – Перелёвский центропарк. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в автобусе ведется видеонаблюдение. В случае совершения актов вандализма и других противоправных действий видеозапись передается в правоохранительные органы. Следующая остановка – Педагогическая улица.
Евдокическая улица. Следующая остановка – Элеваторная улица. Элеваторная улица. Следующая остановка – Финансовый колледж. Остановка по требованию. Следующая остановка – Стекольный завод. Уважаемые пассажиры, на вашем наземного городского пассажирского транспорта организован ежедневный контроль. Напоминаем, что за конкретный проезд в неоплаченный провоз багажа установлен штраф $1000. При выявлении случаев неправомерного использования социальных или льготных карт, карта подлежит изъятию. Нарушение подвергается административному штрафу в размере 2500 рублей. Стекольный завод. Следующая остановка – Бакинская улица, дом 20.
Бакинская улица, дом 29. Следующая остановка – больница имени Филиалова. Больница имени Буянова. Следующая остановка – Продмор. Следующая остановка – Сиванская улица. При выходе из автобуса не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, не трогай их и сообщайте водителю. Кавказская улица. Следующая остановка – Кавказский бульвар. Уважаемые пассажиры, напоминаю вам, что в автобусе ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других противоправных действий видеозапись передается в правоохранительные. Следующая остановка – улица Бехтерева, дом 15. Остановка по требованию.
30 Бехтерева до 15. Остановка по требованию. Следующая остановка – улица Бехтерева. Улица Бехтерева. Следующая остановка – станция метро Кантемировская. Станция метро Кантемировская. Следующая остановка – станция метро Кантемировская. Уважаемые пассажиры, государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» приглашает жителей Москвы и Московской области от 21 года, имеющих образование не ниже среднего, для работы по профессии. Водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Социальный пакет, льготный проезд в наземном городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства. Возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40. 8-495-950-40-40. Станция метро Кантемировская. Следующая остановка – Кантемировская улица, дом 39. Я его так тоже не так.
Дом 39. Следующая остановка – школа искусств «Родник». Улица Кошкина. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданный выход из стоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Поликлиника номер 23. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы, уступайте места пассажирам. В салоне автобуса поддерживайте, пожалуйста, чистоту и порядок. В избежании травм во время движения держитесь. Thank you.
Москва-речи. Следующая остановка – станция метро Каширская. Конечно. Уважаемые пассажиры, государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» приглашает жителей Москвы и Московской области от 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессии. Водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Социальный пакет, льготный проезд на наземном городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства. Возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8 495
950-40-40-8-495-950-40-40. Станция метро Каширск. Конечно. При выходе из автобуса не забывайте, пожалуйста, свои вещи. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила дорожного движения. Всего вам доброго. Спасибо.